Відбувається і в середині самого Ізраїлю, як реагують і про які варіанти відповіді говорять. Ми запитаємо нашого гостя. Перший старший сержант військовослужбовець Цахалу Сурен Карапетов з нами вже є на зв'язку. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. Добрий день. Пане Сурене, ми от озвучили про те, що Ізраїль вивчає ситуацію на предмет того, чи потрібно відповідати Ірану, ну, будемо говорити, не те, що тим же, але якусь дати таку належну відповідь. Але за останню добу також є реакція Білого Дому, який не сильно наполягає на ескалації, не хоче втручатися, тому тим самим просить Ізраїль, можливо, не квапитися з дуже швидкими висновками. Що вам про це зараз відомо? Чи є зараз вірогідність, що все-таки Ізраїль дуже оперативно відповість? Добрий день всім телезрителям. Я можу сказати одне, що на протяжении всей истории Израиля не было практически никогда одного случая, чтобы наша страна не ответила на какой-то выпад в ее сторону. Так было и в 48-м, 67-м, 73-м. Я думаю, что что-то соответствующее наше руководство и наша армия готовит и на этот раз. Нападать на Израиль мы не позволяем никому. Как говорится, напасть на Израиль, расплюнуть, но плеваться потом придется кровь. Що зараз говорять всередині Ізраїлю? Тобто те, що, в принципі, сам факт був такого масованого обстрілу, більшість збили ракети, дронів, які були, але сам факт того, що це відбулося, як на це реагує суспільство? Якщо можна повторити питання, я не слухав, зв'язок прерывається. Як реагує саме суспільство на сам факт того, що от такий напад був і така кількість ракет і дронів, хоча їх збили, та, але все одно як факт атаки? Сам факт атаки, конечно, мы ожидали, в принципе, готовились к этому уже давно. Наш премьер-министр об этом говорил, о том, что Иран готов напасть на Израиль, осуществит это на протяжении уже многих лет, но, знаете, это было похоже на голос вопиющего в пустыне, то есть никто не хотел нас слушать, никто нам не верил. В конце концов, то, что произошло, произошло. В общем, в целом, честность и мирное население, и военное население приняло это. Что есть, как говорится, нас этим не напугаешь. Конечно, было какое-то ожидание тревожное в течение всей этой ночи, когда было осуществлено нападение. Но армия, спецслужбы, наши соседи, кстати, им огромное спасибо, помогли справиться с этим нападением, совсем справились. Большой паники не было. Ну, надо было подумать. Сурене, а можна було б вас попросити і пояснити нам, нашим глядачам, от є заява суботня керівника ізраїльського уряду Беньяміна Нетаньяху, про це також і посилається Times of Israel, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану. Тобто були цьому передумови і раніше, Ізраїль давно до цього готувався, якщо навіть не враховувати удару по Дамаску, де розташовувалося іранське посольство? Но дело в том, что Иран сам никогда не скрывал того, что он готов на нас напасть. И если вы знаете, в Тегеране, например, даже стоят такие символические часы, которые отчитывают последние дни, минуты существования Израиля. Идут часы обратным отчетом. Так что для нас это не было неожиданно и вдруг ни с того ни с сего. Мы к этому готовы. Соответственно, была выстроена система взаимодействия с нашими соседскими странами, несмотря на то, что многие из них нас не очень, так скажем, любят. Но, тем не менее, общий враг, понимание общей угрозы, все это помогло нам предусмотреть, подготовиться и соответствующим образом среагировать на таком случае на атаке, то есть для отражения атаки, участие, скажем, в отражении. Ну, вы это уже знаете, наверное, понимали. Не только наши военно-воздушные силы, наши силы ПВО, но тайванцы, участие силы американские, французские, английские, то есть наши силы на Ближнем Востоке. Саудиты были в этом тоже, несмотря на то, что у нас нет с ними дипломатических отношений. То есть вся та политика, которая была за последние годы премьер-министром Нетаньяху и другими правительствами, она привела к тому, что мы сумели вот таким образом противостоять первому нападению, да, и последнему. У Ирана это как бы идея фикс, навязчивая идея. Ну, пусть попробуют. Я думаю, что у них ничего не получится.
Чи відома також і позиція уряду Ізраїлю на рішучість союзників? От як передає Ізраїл Ченел, що перехоплені іранських ракет і дронів були націлені на Ізраїль, які були націлені, взяли участь саме винищувачі Сполучених Штатів Америки та військово-повітряні сили Великої Британії, Королівські повітряні сили. А стосовно інших, чи цього достатньо було? Яка зараз реакція уряду? І, власне, яка реакція вже на наступні заяви про те, що не варто зараз ескалювати конфлікти, відповідати? Смотрите, дело в том, что у наших союзников, в принципе, в той же Европе, существуют определенные взгляды на те войны, которые мы ведем. Война Израиля против арабских нацистов, террористов – это война Израиля. А их взгляд на это немножечко другой. Точно так же, как война Украины против российских фашистов, она имеет свой взгляд в Украине, но совершенно немножко другие взгляды, может быть, у союзников. И, конечно же, союзники не всегда готовы стоять полностью на нашей и на вашей, соответственно, позиции. Что я вам могу сказать? Союзники не получают, но основное решение все равно остается за нами. Дякуємо дуже за інформацію. Дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Перший старший сержант військовослужбовець Захало Сорен Карапетов був з нами на зв'язку. І якраз наш гість вже згадував про те, що інші